Всех приветствую, уважаемые друзья, и сегодня я хочу поделиться очередными автомобилями, которые у нас будут разбираться по запчастям. Это два аналогичных Jeep Cherokee. Один у нас 2011 года, это белого цвета, а серого цвета 2012 года. 2012 года автомобиль, он более лучшей комплектации, он кожаный, а белого цвета автомобиль намного попроще. Давайте покажу сразу все его удары. Это автомобиль для одного клиента под разбор, серый у нас для другого клиента, для оптового под разбор. По белому автомобилю у нас по передней части он полностью весь целый. Удар у него пришелся. Это упал либо столб, либо дерево. Вот такие вот удары, но нету никаких опилок, ничего. Значит, какой-то упал столб на этот автомобиль, сразу видно. Такие вот автомобили покупаются в Америке и разбираются по запчастям. По задней двери у автомобиля она вся искорежена, помятая. Только вот ручка, какие-то молдинги будут целые у этой двери. Передняя дверь полностью целая, с минимальными сколами и царапинами. Люка у автомобиля нету, кстати, поврежденной крыши в этой стороне. И вот так вот загнула всю заднюю часть. Четверть заднюю тоже она не годится, вот так она вся погнулась. Автомобили у нас стоят, резина хорошая, 17 диски, вся резина одинаковая, вся резина хорошая. По задней части автомобиль имеет минимальные проблемки по вот этому спойлеру. Сама крышка багажника с виду целая, ее не повредила, я думаю, она будет вся целая. По заднему бамперу отсутствие вот такого вот заднего фонарика, его нету. Бампер имеет такие притертости, и задний фонарь вот так вот отколот. Это, наверное, уже было до этого, до удара, я так думаю. С этой стороны по дверям у автомобиля все хорошо, без всяких проблем. Это у нас объем 3,6, 4×4 Grand Cherokee. Вот так вот выглядит двигатель. Часто ставят сюда 5,7 хэми двигатели, поэтому очень много пространства, если ставят другой двигатель. В многих таких моделях 5,7 есть. Масло у нас отличное, в норме. Можно заводить двигатель и протестировать. Еще вот такие вот что-то притертости присутствуют на воздухе. По салону, по безопасности автомобиль у нас целый, потому что автомобиль у нас стоял и на него упал какой-то столб. Давайте заведем автомобиль, покажу пробег, какой у нас пробег будет. Уже видно, 92 тысячи. Автомобиль у меня завелся самостоятельно, ошибок нету. Работает шикарно, подтеков нету, в отличном состоянии. Хорошая, удачная покупка, отличный автомобиль. Отличие у нас с белым-серым получается, этот не кожаный салон. Ключ получается, надо самому проворачивать, там уже push start стоит кнопка. И такие мелочи, как бы будет отличие. Стеклоподъемники у нас все рабочие. Все отлично. С этим перейдем к серому. Grand Cherokee 2012 года, пожалуйста. Резина практически новая. Размер 17 дисков. Диски одинаковые, что на белом, что на сером. По дверям имеются такие вот сколы минимальные, царапинки, денты, они вот помечены. Заднее крыло, оно целое. Крыша у этого автомобиля тоже целая.
Это автомобиль у нас получил удар в основном в заднюю часть, в заднюю четверть, в водительскую сторону. Задняя четверть уже не годится, его так вот вырезали, смотрели, проверяли, ну и списали этот автомобиль. Крышка багажника у этого автомобиля полностью целая. Все тут отлично по задней части, кроме заднего кодера. Получается, заднюю дверь разобрали, сняли ручки зачем-то, молдинг тут вот вырванный, его нету. Как-то так, тут все выглядит. В передней части все ровненько. Открываем капот, аналогичный двигатель 3.6. Двигатель тоже тут весь чистенький, рейка тут уже стоит такая интересная. Давайте проверим масло. Что у нас масло? Масло отличное, свежее. За автомобилем ухаживали. Давайте его заведем. Протестируем двигатель. И покажем пробег. Как я сказал, у этого автомобиля салон кожаный, но сиденья уже тут такие кожа некачественные. Уже всему пришел трындец. Подлокотничек тоже уже весь расслаивается. Что у нас тут отличие? У нас, как я сказал, тут кнопка уже без ключа. Автомобиль завелся. На этом автомобиле у нас 109 тысяч. У этого автомобиля двигатель тоже работает. Диапазон таких цен на сегодняшний день на нашем рынке до 5000. Такие автомобили с ударами. Можно их приобрести по безопасности. Ремни у нас все целые. В багажнике, смотрю, что-то у нас лежит. Давайте сразу покажу, какие запчасти. Что у нас тут лежит? У нас очень много тут мелочей. Все обшивочки с дверей сняты. Они тут присутствуют. Задняя с бампера вот такой обвес есть. Что-то тут надо перебирать. Какие-то запчасти целые. Множество всяких пластиков. Всего такого прочего. Задний бампер тоже имеет скрачки какие-то, денты, но он целый. Этот автомобиль у нас будет идти под запчасти. Нам помогли его разобрать, считай. Вот. Таких два автомобиля было у нас сегодня на нашем обзоре, друзья. И всем пока. До новых встреч!